Яке ти питання хотів мені задати? А, я хотів спитати, що, а чого це ти свеглив? Ну я ж тробив його, туди ж наша труба. Ми ось зараз з Владиком що зробили? Затягнули гофрочку на трубу, точніше утеплювач. Да, Влад? Це в нас труба. Отам у нас буде раковина, моєчка кухонна, правильно? Угу. І туди будемо підводити що, Влад? Воду. Воду. Це такий ось у нас агрегат Валтековський, тяжолий, кілограмів 6 його, будемо опресовувати зараз. Якщо воно на ногу упаде, то капець буде. Так. Так, ну що, ребята, зараз у нас нівелірочку треба по нашому стану злу розлити, щоб все було красиво. Ну і як завжди, вже в очередной раз нас підтримує прямо так от двома руками компанія Будмайстер. Помагає от конкретно, непосредственно на ділі, постоянно нам засилає цепочку. В общем, нівелірочка від компанії Будмайстер D319. Підлога самовирівнююча M250 для ручного та машинного виливання. Підвищена розтічність для підлог з водяним підігрівом. Швидко тужавіє. Безусадкова для внутрішніх робіт. Те, що нам треба. Поїхали! Так, ну що, ребята, нівелірочку залили по санузлу, теплий пол залитий. Ну, можна сказати, полдела зробили, тому що без пола невозможно почати і стіни, відповідно. Давайте, мабуть, що вам покажемо вкратце, ну, на якому ж етапі зараз. Довго вже не було роликів у нас, і я навіть вже не пам'ятаю, на яких чернових роботах ми тут остановились. Ну, ви зараз наблюдаєте, що тут красиво, білосніжні вже стіночки, красивий у нас пол і красивий потолок, хоч і черновий. А чому красивий потолок? А тому що Гриша, опа, на потолочок, ребятки, і смотрим, як должно бути по феншую. А по феншую, навіть якщо у вас натяжний потолок, ви повинні зробити заділку стиків плит перекриття, щоб оттуда хлам разный не сыпался потом на потолок. Смотрите, как сделали, ребята. Все это дело замазывается, сеточкой проклеивается и затягивается. Вот это полный феншуй. Электрика готова, сантехника готова. Стены поштукатурены, отшпаклеваны, старт, финиш, под обои. Стена из гипсокартона. Так, ребята, стена из гипсокартона.
Помните, да, что тут у нас была такая стена, конечно, и думали, что делать, штукатурить или нет. Ну, штукатурить было нереально, потому что надо было геометрию вывести в комнату, надо было прямые углы, и чтобы поштукатурить, надо было вот такие слоя. Поэтому приняли решение все это дело зашить гипсокартоном. Красиво? Красиво. Супер. Моечка. Моечка будет под окном. Смотрите, как вот это все дело реализовалась. Грыша красиво сюда сделал вывода. Вот у нас каналышка, тут станы моечка. Все, мыешь посудку, смотришь туда в окошко, он на дерево, природка красиво. Ну, сказка, ребята, сказка, конечно. Кухонная зона. Вовчик, наш проектировщик команды мастер-кладки БСУ, Будівельних сил Украины, накидал. И, в принципе, уже хоть какое-то понятие есть, куда дальше двигаться. Я вам в процессе буду подставлять сюда фотографии, допустим, от зоны кухни, потом там зоны гостиной, спальни и так дальше. И вы, собственно, будете уже приблизительно ориентироваться и понимать в конечном итоге, как будет выглядеть квартира. Там у нас душевой трапик. Два щиточка. Вот так. Давайте, вот мультищит у нас такие. Тут у нас будет Wi-Fi, Wi-Fi роутер. Тут у нас трансформаторы. Все, готово. Тут у нас щиточек, ну, старый счетчик стоит, ну, пока и старый нормально, а там уже будет желание, можно поменять и новый. Все готово, все красиво, все удобно. Ребята, гостиная, гостиная. Оператор, он же Григорий, сейчас стоит в дверях, короче, и заходим мы сюда, просто тут стоит диванчик, и прям со старта падаем на диванчик, хватаем пульт, включаем телевизор. Супер, планировка просто супер. Две отдельные спальни, гостиная, отдельная зона кухни, тут столик, где хочешь став. Ну, короче, просто сказка. На 53 квадратных метрах две полноценные хорошие спальни, гостиная, благодаря демонтажу, благодаря перепланировочке, получилось просто суперская квартирка. Так, поехали, ребята, спальня, хозяйская спальня. Значит, что у нас тут сделано? Тут стены тоже оштукатурены, отшпаклеваны, все идеально. Лизелином оклеил откосики, просто, ну, персик там, так, и муха не сидела. Ну, в принципе, и все. С вещами, как всегда, носимся, потому что много хозяйских вещей в квартире, и приходится вот так вот с ними тут, короче, колобродить. То на площадку, то с комнаты в комнату. Вот холодильники, раскладушки. Ну, много вещей, ну а что поделаешь? Ну, детская комната немножко недоделана. Тут тоже уже слаботочка. Все, интернет, телевизионный кабель. Все есть, короче, электрика, телевизор будет висеть тут. Ну, и все. И ребенок будет лежать и балдеть, и наслаждаться в хорошей квартирке. Потому что все ребята стараются тут, все стараются и выкладываются со всех сил. Я стараюсь помогать чем-то материалом, чем могу, договариваюсь. Ребята стараются от себя работать. Стены оштукатурены, камень. Штукатурочка от компании также Будмастер, так что тут по-другому не может и быть. Ну все, шпаклевочные работы, сейчас Серик шпаклюет, продолжается. В принципе, пока особо тут нечего показать. Так, что по балкончику? Вы помните, да, что тут было? Тут было, конечно, что-то страшное, сумное и политичное, короче. Сейчас же задача по балкону. Задача по балкону делать на свое усмотрение, но предельно, максимально, чтобы это было дешево и сердито. Дешево и сердито, это у нас что? Правильно, декоративная штукатурочка с обычной шпаклевки. А вам ничего не напоминает, ребятки? А вам не напоминается? Недавно вы бачили здесь, по-моему, на хату на прокачку 1-0. Точно такая же. Точно такая же, ребята. Со шпаклевки. Ну, тут, правда, уже там я делал, а тут Гриша делал. Но у нас просто почерк одинаковый, поэтому... А вот тут еще розы будут. А тут, ребята, тут база сейчас нанесена. Це еще не декоративная шпаклевка, ребята. Це еще только база. Тут будут розы. Ну, короче, будут такие тут 3D, что-то космические. И просто невероятные. Дальше. Тут декоративочка. А-ля карта мира, но с обычной шпаклевки. Без выкраса. Без выкраса пока. Дальше выкрасится, в окончательном результате уже вам покажем. Тут тоже Гриша, опа, а ну такую пробежечку. Тоже без выкраса, все пока так высыхает, но будет бомба. Ну и потолочек. Откосики. А потолочек, соответственно, тоже у нас. В классическом жанре, то, что мы делали на первой хате на прокачку. Ребята, ну якось так, по пліточці, Гриш, я ж не можу тебе не похвалити.
Гриша, сантехник, який первый раз укладывал плиточку, вот такую недорогую плиточку, на Минимаксе взяли, Гриша положил, тут сделается силикончиком, все красиво будет. Все, и будет бомба, дешево и сердито, супер, ребята, аккуратненькое примыкание, смотрите, как красиво все сделано. Ну, просто балкончик получается персик, просто я вот и сам бы себе так бы делал бы, конечно. Все, максимально все сделано, единственное, конечно, что окна, тут прикипала пленочка, бачите, но потом придут ребята, специалисты в своем деле, ну, в оконном, и сделают, что окна будут, как новенькие. Так, ребята, ну и поехали дальше. Дальше у нас уже плиточные работы пошли. Как всегда, клеюшек от компании Будмастер К55, 80 на 80 плиточка. Так, горизонтальные основы, что не деформуются, 800 на 800. Основы, что деформуются, та подлоги с подогревом, 700 на 700 максимум. У нас плиточка 600 на 600, все как раз по феншую. Клей эластифицированный, высокой адгезии. Ребята, проект наш закончен. Да. Короче, все сначала. Друзья, ну что, к сожалению, хочу вам объявить о том, что проект «Хату на прокачку 2.0» закончен. Да, вышло всего лишь 4 серии. Перед этим, это 5-я серия, ну как-то такая, знаете, не хотели мы так закончить, ну никто не хотел так закончить, все, кто участвовал, естественно, хотели конечный результат, вот, все и увидят конечный результат, кто участвовал, но не увидят только подписчики, то есть вы, ребята, не увидите. Короче, ладно, давайте, блин, я не знаю, я не могу найти просто слов. Вот Гришка, я говорю, Гриш, давай мы как-то, может, вдвоем снимем. Ну, мы же как бы вдвоем участвовали, ты участвовал, я участвовал, да. Может, что-то расскажем. И я понимаю, и Гриша расстроенный. Ребята, ну, как бы моменты есть. Я не хочу сейчас, ну, как сказать, поддаваться, наверное, эмоциям. А эмоции... Они есть, и, знаете, и они такие где-то в душе неприятные, что просто не находится слов вам объяснить, почему этот проект именно так закончен. Почему вот, вы видели, да, черновые работы, вот изначально в начале ролика были, ну, еще там штукатурка и так дальше, а тут хлоп, уже плитка пошла, и все оборвалось, да. И все, а где чистовой? Ребята, квартира сделана уже под ключ. На сегодняшний день идет установка мебели, монтаж душевой кабины. Ну и знаете, где-то там пылючку вытереть. То есть практически на 100%, ну на 99% квартира готова под ключ. Сделали Гриша с парнями, Гриша... Ну, сделали просто, ну, персик идеально. Ладно, не буду, потому что будет еще интереснее. Не буду вас дразнить, ребята. Кстати, кто подписан на мой инстаграм, я выбрасывал одну сториз, буквально выкинул, где нам сказали, в моей квартире больше снимать не надо. Ну, как-то так. Меня не было, это Гришка мне передал. Я говорю, Гриша, все, я понял. Ну, как бы там, мне не надо, я взрослый человек, и мне 10 раз повторять не надо, и я не буду пререкаться, несмотря даже на то, что, как бы, чем я там помогал, не помогал и так дальше.
И так получилось, что даже сегодня тоже мы пересеклись. Ну, ребята, ну, с хозяйкой квартиры, с женой погибшего нашего героя. И мне было еще раз сказано, как бы, что снимать в моей квартире больше не надо. То есть окончательный результат снимать нам запретили. Все, ребята. Сказать, что я расстроенный, не сказать ничего абсолютно. Потому что, ну, знаете, этот проект, он и начинался как-то. Гришка вот позвонил и сказал: Вовчик, есть вообще классный проект, есть классная возможность помочь, потому что, ну, это реально не фейк, это реально вот человек, который погиб, герой Украины, погиб за нас, за наше спокойствие, наверное, где-то за то, чтобы мы смогли работать, зарабатывать, и в соответствии, ну, и я как бы со своей стороны, вот, я помогаю, вы знаете, что я помогаю всем, и, ну, всем помогаю, ребята, не исключение, всем, кому надо, я всем помогаю, знают ребята, вот, и которые защищают сейчас нашу страну, кому я помог и помогаю на сегодняшний день, и переселенцы, ребята, которые приезжали, с какими тоже помогал, и просто люди, которым остро необходима помощь, я вхожу в ситуацию, мы разбираемся, и чем могу, я помогаю. Ну, многие, ну, точнее, я так думаю, наверное, все те люди, которым я помог, они смотрят и не дадут, как бы, там соврать. Но это все, я не хочу сейчас там пуха накидывать, какие-то ярлыки на себя навешивать. Я это делаю всегда от чистого сердца, и если у меня есть такая возможность, я это делаю. Соответственно, Гришка, мы с Гришкой на одной волне. Гришка, ты красавчик, я тебе всегда жму руку, знаешь, с удовольствием. И я знаю, что как бы, что Гриша, если надо будет, он всегда в теме, не зря он в БСУ, да. Вот, если надо Грише чем-то помочь, я тоже ему всегда помогаю. Вот, Гриша тоже не даст соврать. И Гришка говорит: Вованчик, я всегда с тобой. Будут новые проекты, я всегда с тобой. Я рад, как бы, что мы встретились, познакомились и делаем вот такие вот благие дела. К сожалению, вот не всегда они оцениваются, оцениваются, да, как-то хотя бы словом спасибо. К сожалению, но ничего страшного. Мы делаем это не для того, чтобы нас благодарили, мы это делаем во имя кого-то или чего-то, или какой-то ситуации и так дальше. Ребята, естественно, как бы я мог бы закончить и, как сказать, ну просто закончил, сказал, вот по каким-то форс-мажорным обстоятельствам проект закончился. И теперь я понимаю, почему основная, как бы, там аудитория не поверила, ну, может быть, в реальность этого проекта, именно второй части «Хаты на прокачку 2.0», и почему было, как бы, мало донатов, да, от людей. Я только сразу мне было обидно, да, почему так мало донатов, вот мне было обидно, я не мог понять, потому что мы с головой окунулись, да, а сейчас я уже понимаю, потому что люди, как бы, они поняли, да, что ситуация до конца не раскрыта, и изначально, конечно, да, я говорил, надо будет сниматься, для того, чтобы проект был полноценный, и для того, чтобы я в полной мере смог помочь материалам, надо полностью, ну, сняться и как бы рассказывать ситуации и так дальше. Тогда бы квартиру как бы упаковали вообще под ключ, без семейного бюджета, скажем так, да, то есть я бы организовал по материалу все. Ну, случилось, как случилось. Я не хочу повторяться, ребята. Я не хочу повторяться. Хотел вообще как бы там одним дублем на одном дыхании все это закончить, да. Думал, будем с Гришкой. Мне было бы легче. Ну, я понимаю и Гришу тоже. Он в таком же самом состоянии, как и сейчас. Видос выходит уже этот, когда квартира
Я так думаю, ну да, будет, ну там буквально, ребятам, я же говорю, сейчас там душевую кабину поставят, мебельщики мебель кухонную установят, и в принципе все, заезжай и живи. Кто, кстати, видел тот сторис в Инстаграме, я выбрасывал, когда ребята натяжные потолки уже натягивали, ну, тот не даст соврать, и там сейчас напишет в комментариях, что да, действительно, хата сделана полностью. Ребята, ну я не могу, знаете, да, я бы мог снять, да, у меня есть обзор полностью готовой квартиры, но нам был сделан запрет, табу, вето наложено на съемку, как бы, готового результата. С каких это соображений, честно сказать, ну, я как бы не знаю. Тяжело, ребята, тяжело. Кто нам помогал? Теперь я хочу поблагодарить. В первую очередь я хочу поблагодарить ребят, наших спонсоров, которые помогали этому проекту. Какая сумма? Интересует, на какую сумму мы помогли? Мы помогли, ну, как бы там, допустим, там материалом, да, где я помогал, ребят, которых я подключал, помогали, ну, кто через меня, допустим, да, ну, как бы там цепочка через меня уже шла. Но это мы, ребята, это не я, это мы помогали все вместе. Вот. Поехали. Первый. Мы с Гришкой еще разговаривали, наверное, до покупки этой, ну, в общем, квартиры. Мы с Гришкой еще разговаривали, как бы, как будет этот проект у нас, ну, грубо говоря, финансироваться, где брать деньги и так дальше. Первый вариант у нас был, это магазин Минимакси, собственно, мы туда и поехали, все вместе. Вошли в положение, Минимакси, просто красавчики. На 80 тысяч дали материала, прямо на второй день отгрузили. Респект, ребята, Минимакси. Вопрос, ну, не то, что вопросов нету, ну, просто респект, ребята, и уважение. Дальше. Жека. Жека сантехника, магазин на Подоле, Сантехдим. От себя сразу. Я только приехал, говорю, Жека, реальный проект, реальная ситуация, реальный герой Украины. Он говорит, Вовчик, твое слово для меня как бы все железно, нету никаких сомнений, что это какой-то фейк и так дальше. Я в теме. Жека сразу тоже 20 тысяч гривен, хлоп, от себя на 20, вот так вот бесплатно. И дальше все отпускал по закупочной цене. То есть, если разницу еще там сложить, там еще будет «мама, не горюй». И до сегодняшнего дня, сегодня и унитаз брали, так же самое, Жека все по закупке и говорит, я до конца все по закупке отдам. Да, ему тоже эта ситуация неприятна, конечно, очень неприятна. Но, тем не менее, он говорит, я до конца как бы по закупке буду отдавать. Жека, тебе тоже, братанчик, ну... Ребята, нету слов просто, вот я очень горд, или как это правильно сказать, за то, что как бы у нас есть вот такая команда. Да, сейчас это не оценили, но я думаю, в следующий раз будет проект, где оценится это, как бы, какие-то наши труды. Вот, поехали дальше, ладно. Дальше. Виталик, полусухую стяжку, также позвонил Виталик, говорю, вот ситуация вот такая, вот такой проект, реально тоже все, он говорит, Вовчик, сразу я в теме, 22 тысячи гривен, опять же, экономии, тоже за свои деньги, все, Виталик сделал, полусухая стяжка с материалом совсем по квартире в районе 22 тысяч гривен, приблизительно где-то так. Тоже люди, ну, много кто заедет с бригад и за 22 тысячи гривен за свои деньги сделать, я думаю, нет. Так же само я оставляю все контакты, я оставляю Жекин адрес, тоже я оставляю на магазин Сантехдим. Виталика также я оставляю контакт, так что кому нужна полусухая стяжка в Полтаве, может быть, даже на районе, по области ребята не ездят, то звоните, и будет вам классная стяжечка, и там по промокоду мастер-кладки, естественно, какие-то там скидончики и плюшечки будут. Ну, едем дальше, ребята. Один также из основных наших спонсоров, это компания Будмайстер. Ну, тоже снимаю перед ними шляпу, так же самое, как перед всеми,
кто участвовал. Компания «Будмайстер», ребятки, вам респект. Так же само от БСУ, Будивельных сил Украины, от всей нашей команды. Лично от меня, от мастер-кладки. Вы красавчики, как бы я рад, что мы с вами сотрудничаем, и мы так само идем в одну ногу, на одной волне. Вы поддерживаете уже второй социальный проект. И дальше ребята с Будмайстра пишут: Вовчик, ну что дальше, проекты есть, мы готовы дальше как бы шмалить, участвовать. Просто вот мурашки выступают по коже, и все. Ребята, я думаю, все будет, все... Мы на связи, как всегда, поэтому Будмайстру так же самое, респект. Ну и давайте подытожим. Общая сумма как бы помощи, которую я организовал, да, вот, и все ребята подключились, все спонсора наши, составила. Я не считал, честно сказать, я не считал. Я вот Гришке позвонил, Гриша, он как и бухгалтер, все, я позвонил, Гриша, говорю, что там по сумме? Он сказал, говорит, Вовчик, в районе, я не знаю, там 200 с чем-то тысяч, по-моему. Ну, как-то так. Можно было больше? Да, можно было и больше. Но когда вот это пошла такая какая-то суета непонятная, знаете, такое, как я вроде еще как и виноват, наверное, в том, что может быть мало материала, как-то завожу и так дальше. Парень в куртке пошел, прикиньте, в пуховике, да, таком, нифига себе. Ну, может, холодно, не знаю. Не то, что сказать, что мы там все это дело сделали зря. Мы это сделали не зря по одной причине, по той даже причине, что здесь будет жить ребенок. Такой, знаете, я с ним один раз встретился, он чем-то там напомнил мне моего малого. Вот, поэтому, как минимум, здесь будет жить ребенок, человека, героя Украины, который отдал свою жизнь, опять же повторюсь, за то, чтобы мы могли работать. Ребята, давайте не будем забывать, если мы можем работать, значит, давайте как-то будем по чуть-чуть хотя бы, кто хоть какой копейкой может, будем помогать. Потому что если мы работаем и мы зарабатываем, значит, у нас все хорошо, ребята. Хоть мы сейчас и немного зарабатываем, у нас тяжелая тоже ситуация по работе. Вот, ну, тем не менее, давайте будем помогать, кому это остро необходимо. Хоть какой-то копейкой, знаете, хоть гривной. Вот, поэтому, ну, у меня лично такая политика. Если я что-то чуть-чуть зарабатываю, значит, я кому-то еще помогаю в данное тяжелое время. И я считаю, что неплохо помогли по материалу, как бы, да, там. И пацаны по работе тоже хорошие сделали скидки. Гриша от души делал на те или, ну, на все позиции практически скидка была. Демонтаж сделали вообще бесплатно. Полностью. Квартира была в хлам убитая. Хрущевка просто в хлам убитая. С нуля. Вот под результат сделали квартиру ровно за 3 месяца. Ребята работали в поте лица каждый день. При том всем, что надо было как-то вжиматься. Вы сами понимаете, чтобы вжаться. Бюджет был задействован и семьи также. Вот, но надо было постоянно вжиматься. На сегодняшний день вот ребята с этой квартиры вышли, знаете, а у каждого есть дети. Ребята отдавались полностью этой квартире, они параллельно ничего не делали. Честно сказать, хочу их финансово тоже вот, ну, немножечко подмотивировать, потому что они сейчас тоже носы повесили, у них объект вылетел. Они думали, что сейчас наверстают как бы по заработку на другом объекте. У них объект слетел. Тоже там что-то у заказчика с деньгами как-то что-то там заморозилось. Ну, короче, такая ситуация. И ребята сейчас, вот Гришка с легкой, ну, в общем, со своей бригадой, они реально сейчас, ну, немножечко на таком, на нехорошем таком настроении. Я сам понимаю, что такое, когда у тебя дети, да, и надо постоянно каждый день дом что-то покупать, а с финансами очень плохо. Поверьте, ребята, я это очень хорошо знаю. Я вот честно сказать, хотел бы ребят чем-то как-то финансово подмотивировать немножечко, знаете, потому что, ну, реально сейчас у Гришки, у Лехи финансовое положение очень тяжелое. Они выложили за эти 3 месяца просто вот так вот легли. Они немножечко даже распределялись, потому что Гриша тут занимался, с Сериком
Санек там помогал, Леха на другом объекте вот занимался, Леха на том объекте немножко больше зарабатывал, чтобы они хотя бы смогли вот скинуться деньгами и как-то вот жить, существовать, понимаете. В общем, ребята, я не хочу без никаких намеков, если кто какой копейкой поможет, я все реквизиты оставляю в описании под этим видео. Не знаю, гривна, 2, 10, кто сколько может, 100. Ну, кто сколько может, ребята, если последнее, конечно, отдавать не надо. Но и реально я пацанов хочу подмотивировать. Смотивировать, потому что я понимаю, у одного, у другого, вот дети, и у них сейчас тяжелая ситуация. Ну, у всех у нас сейчас, у меня тоже сейчас ситуация не из сладких, потому что я, грубо говоря, мне уже мои знакомые говорят: Вовчик, ты со своими социальными проектами, ну, тебе тоже надо работать. Я говорю: согласен, я вот, можно сказать, сколько уже, полгода прошло, вот, а объекты были параллельно, но это не те объекты, которые, знаете, ну, заработные объекты. Вот. Но это не те далеко объекты. Если вы помните, я раньше делал по 3-4 объекта одновременно. Сейчас какие-то параллельно объектики небольшие я беру, потому что социальными проектами все занято. Их сейчас надо позаканчивать и как бы дальше уже окунуться непосредственно в свою работу. Длинная, ребята, затяжная история, но тем не менее. Реквизиты все оставлю в описании. Вот пацанчикам подмагнуть. Закините, буду благодарен, как бы, пацаны тоже вам будут благодарны от души, и пацаны, знаете, они, Гриша что сказал, вообще, как бы там ни было, який следующий проект будет, мы с тобой выбираем день какой, едем, по работе, говорит, мы с тобой, я там материалом, ты там материалом нам помогай, а по работе, говорит, мы с тобой. Я говорю, если надо, ребята, и я переодеваюсь, и мы вместе шмалим, если это реально будет такой, знаете, вот тоже хату на прокачку объект, где мы вот вам снимем, и вы реально вот пустите, знаете, вот как бы слезу такую, да, вот я такой объект хочу. Согласен, да, что здесь было все для вас непонятно, ребята, поэтому, ну и этот фидбэк как бы был вот такой, да, по донатам, не очень. И все донаты, которые были от вас, ребята, также, кто какую монету на хату, на прокачку, на этот проект скинул, я их отдал Жеке за сантехнику тоже, ну, вот как бы вот так вот. И всем огромный вам, ребята, респект. Вы вот тоже такой костяк, знаете, на который можно всегда положиться. Вот как мы Антоше собрали деньги на операцию. Тоже просто, знаете, аж слезы на глаза наворачиваются, что вот у меня есть такая вот команда, вот, которую люди всегда поддержат. Вот, и ребята, сейчас хочу немножечко финансово поддержать. Немного, ребята, там, не выкидывайте там последние деньги, просто как бы вот на лайтики, знаете, от души, кто сколько может. И я понимаю, что пацаны ролик этот и посмотрят, знаете, они не знают об этом. Гриша, конечно, меня, естественно, не просил об этом. Да ну, понятно, что как бы, ну, кто о таком просит. Мы дальше будем шмалить, ребята, если вам нужен ремонт, да что я буду рассказывать, как мы его качественно сделали, если мы его не показали, да, ну что можно, языком можно трепать все, что хочешь, но кто знает, да, кому я вот показывал обзор квартиры со своих ребят, конечно, я показал там, Жеке вот показал, кто участвовал, вот Веталю покажу по полу сухой стяжки, да, вот как мы сделали, как все на выходе было, конечно, им покажу, я отчитаюсь. Пусть так закончится, знаете, ребята, пусть я буду виноват в том, что я вам реально этот объект до конца не раскрыл, пусть я на себя это возьму, но я уверен, что мы раскроемся в следующем проекте уже на все 200%, ну, где-то, знаете, реализуем нереализованные в этом проекте какие-то свои, ну, желание, наверное, да, и проявим, наверное, на 200% уже на следующем объекте себя, и, наверное, ну, с той глубиной вам покажем, с которой, в принципе, и надо показывать такие социальные проекты, чтобы люди верили. Мы шмалим дальше, я работаю, ребята, для вас, я работаю на общее благое, как бы, дело, я помогаю, кому надо, если у кого есть какие-то ситуации, друзья, кто знает какие-то ситуации, кому нужна помощь, но только по Полтаве, обращайтесь, мы будем дальше помогать. БСУ всегда в деле, будивельные силы Украины, мы со своей
скажем так, колокольни, и тем, что мы умеем, мы поможем. Мы умеем строить, мы поможем. У меня есть возможность решать какие-то материалы, я буду их решать. У меня есть возможность подтягивать команду от ребят, которые нам помогают, так же самое спонсора, ну, уже в реальной жизни, магазины и так дальше. Я буду подтягивать. Так как это последняя серия, я должен был все это дело объяснить. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Я, как всегда, желаю вам удачи, здоровья, естественно. Желательно хорошее, чтобы у вас было настроение. И самое основное, мирного неба над головой. Всем пока. Пацаны молодцы, достойно закончили этот проект, несмотря на то, что он там был финансово убыточный для них, но сделали все по красоте, все красиво. Вот, поэтому, ребята, если кому нужен ремонт, обращайтесь, там я номер телефона Гришки наставлю, звоните, и, ребята, вы знаете, что я там плохого ж не посоветую вам. Также я хочу поблагодарить, опять же, заговорился, это одного из, я считаю, члена моей команды, команды БСУ, это Вовчик-проектировщик, который сделал проект на этот, минимальный дизайн-проект сделал на эту квартиру. Ну и что я могу сказать? Все соответствовало то, что было у нас в дизайн-проекте. То есть ремонт полностью соответствовал. Ну, не без того, может, где-то цветовая гамма, допустим. Ну а так, приблизительно, все хорошо так сложилось и практически все соответствовало проекту. Поэтому Вовчику тоже, я как всегда, респект. Это не только специалист своего дела, но и как человек очень хороший. По определенным причинам, понятно, нас попросили далі чистову не знімати, тому що, можливо, десь якісь там укори будуть комусь або ще щось. Це вже немає ніякого значення. Головне, що ми закінчили його. Результат дуже-дуже гарний. Кому, мабуть, буде цікаво, пишіть Вові. В тебе огурцом хтось кинув, прикинь. Смотри, жопка з огурця прилетіла. Реально. Реально? Да. Пишіть. От уроди, блин. Чуть айфон не розбив. От падло таке. Ублюдок. Так промазав, кинув же спеціально, блин. Прикинь. От скотиняк. І, в общем, що, якщо комусь буде цікаво подивитись, можливо, там, з близьких, друзів, Вованих, там, наших, десь зустрінемось, поки в нас фотографії є, відео є, ми можемо спокійно показати, так, тим людям, які дійсно... Ні, у нас є, да. Медійно це не буде все просвітлятися якось. У нас, саме головне, що ми закінчили такий великий, масштабний, в принципі, проєкт. Коротше, ладно, це все лірика, Гриш. Давай скажемо так, як воно є. Нам люди допомагали, люди хотіли побачити кінечний результат. Хотіли побачити, так? Хотіли побачити кінечний результат. Ми не очікували того, що так буде, що нам не дадуть його, щоб ми предоставили показати. Все, але ми проїхали цей момент. Нема цього, нема. Нема та й нема, так. А повний відеообзор ви побачите в нашому закритому телеграм-каналі, якого в нас немає. Я шучу. Все. Все, так.